Наконец-то снег стал липким, радуется детвора. Один за другим во дворах вырастают снеговики и также быстро ломаются. Саша в этом году впервые проявляет архитекторские способности самостоятельно. То там, то тут стоят недоделанные снежные люди. Это Саша с подружкой Лерой тренировались. Но больше хочется приложить руку к творению старших девчонок. У него все по правилам. Морковка в качестве носа и даже шляпа имеется. Я люблю зиму, потому что можно лепить снежного снеговика. Яна, Полина и Вероника – вот родители того красавца. Забава девчонкам надоела. Куча снега, собранная дворниками, стала для них горкой. А в соседнем дворе идут бои без правил. Одни кричат, что можно кидаться даже снежными глыбами, другие возражают – больно же. Третьи пользуются подручными средствами. Дима с Никитой за правила. У друзей целая стратегия разработана. Моя база тут. Он нападает на нее. Нужно захватить. Давай, у меня. Я ему должен не давать. И всем бы хорош этот липкий снег. Да одна любимая детьми забава никак не получается. После снежного ангела одежда насквозь мокрая. И руки болят, а снег стукаться. Ульяна Сотникова, Екатерина Богдан, Телемикс.